На сегодняшний день во всех районах, в которых назначены выборы, завершилась процедура праймерис. Партия определилась с кандидатурами. Единороссы считают, что на них лежит теперь большая ответственность. Наша партия с мая месяца прошлого года стала полноценной партией власти. Почему мы так говорим? Потому что председатель партии является руководителем, председателем правительства. Большинство у нас в Государственной Думе. То же самое, если взять на Курганскую область перейти, то у нас губернатор, член нашего политсовета регионального. В областной думе у нас также большинство. Мы теперь, коль партия власти, мы ответственны за все. В области действует 19 партийных проектов, из них 14 федеральных, такие как модернизация образования, управдом и другие. Из 5 региональных самыми известными являются «Зауральское качество» и «Народный контроль». Сейчас мы со всеми торговыми сетями работаем дружно. Народный контроль – это такое острое орудие. И хочу сказать, что проект этим, это координатором этого проекта является Лисовский Сергей Федорович у нас здесь и на федеральном уровне. Александр Сапожников, руководитель общественной приемной председателя партии Медведева, сообщил, что в этом году исполняется 5 лет со дня открытия общественной приемной. За это время мы приняли около 5000 человек. Вот в этом году, только можно сказать, где-то около 400 человек было на приеме, на личном приеме, плюс обращения. Обращения касаются самых разных сторон жизни. Некоторые носят системный характер, такие как по проблемам ЖКХ. По словам единороссов, они внимательно отслеживают все изменения в этой сфере. Особенно это касается коммунальных тарифов. Тарифы, когда будут контролироваться, то они не должны быть такие тяжелые и неподъемные для общества. Мы за этим очень внимательно смотрим. И поверьте, что неспроста губернатор продлевал в начале мораторий по ОДН до 1 июля, а сейчас до 1 января 2014 года. Мы контролируем вот эти проблемы в ЖКХ. Единороссы и дальше готовы встречаться с представителями СМИ и делиться информацией о своей деятельности. Юрий Песерев, Василий Малухин, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».